Всех приветствую, дорогие друзья, уважаемые партнеры. С вами Роман Покровский. Давно ничего не записывал, рад снова со всеми пообщаться по теме интернет-бизнес, MLM. Друзья, 2018 год закончился неоднозначно. Большинство проектов, в которые мы инвестировали, к сожалению, нас подвели и не дали нам возможности заработать. Криптовалюта тоже показала себя не с лучшей стороны, и многие люди, которые сделали себе криптовалютные портфели, просто угорели, как и я. Я ничем не исключение, но сама идея MLM, сама идея создания пассивного дохода, сама идея работать с командой и зарабатывать в интернете, она, конечно, во мне накрепко засела, и я начал изучать просторы интернета, изучать действительно надежные компании, чтобы было не стыдно туда приглашать людей, чтобы эти люди что-то приобрели, пусть даже не финансовую выгоду, но чтобы эти люди реально что-то приобрели, пришли в команду, начали работать. И вот я, друзья, нашел. Давно мне предлагали данную компанию. К сожалению, я очень долго думал. Что вы скажете, друзья, о путешествии на шикарных круизных лайнерах за цену, например, сравнимую с отдыхом недели в Турции? То есть вот этот лайнер проплывает 3-4 страны за один круиз. Плюс останавливается на островах. Вы посмотрите сразу, например, 3 страны, европейских, азиатских, или Америку, или еще что-то. Сам этот лайнер представляет из себя просто город. Город, плавающий город. Причем город развлечений, друзья. Я просто вот знаю людей, которые уже ездили в круизы, которые без ума от данной компании, и они отдохнули буквально за $200-$300. Вы сейчас, наверное, думаете, Роман шутит? Ну, я представляю, что каждый россиянин и житель СНГ примерно представляет, что путешествие вот на таких вот шикарных лайнерах, допустим, 10 дней, будет стоить 200-300 тысяч. Ну, естественно, там каюта, топливо, питание, all-inclusive, дискотеки, развлечения и так далее. Это очень дорого. На самом деле, друзья, нет. В данной компании, это не компания, это круизный клуб. InCrisis – это круизный клуб, и мы можем за сравнительно небольшие деньги путешествовать по всему миру за цену, которую вы, например, отдохнете на юге неделю всего. Недавно у меня ездил друг, за $500 он объехал 4 страны, он был 12 дней в круизе, и там all-inclusive, шикарный лайнер, на лайнере 9 ресторанов, остановился он в нескольких местах, отлично провел время, ну и сам лайнер ему очень понравился, и он весь в восторге. Он говорит, это лучшее путешествие в его жизни, хотя человек объехал уже 15 стран. Ну, как обычный турист, то есть прилетел, в гостиницу заселился, с утра там море или бассейн, он уже так объехал 15 стран. И первый раз в жизни он попробовал круизный отдых. И он сказал, что он просто потерял. Когда он отдыхал до этого, просто all-inclusive в какой-то гостинице. Чем интересен круизный клуб InCrisis, друзья? Во-первых, самое главное, это не хайп, это не пирамида, это не инвестиции, это не криптовалюта, это не то, куда сначала вы должны вложить свои деньги, а потом ждать каких-то дивидендов. Здесь такого нет. Идея очень проста. Если вы загуглите, вы посмотрите, кто руководитель компании, насколько это известный человек в мире. Ну и сами по себе, друзья, корабли, они просто так не плавают по морям. То есть, на самом деле, любой корабль, он зарабатывает деньги. Вы прекрасно должны это понимать. Абсолютно любое судно. В нашем случае это круизный лайнер. Как он зарабатывает деньги? Во-первых, на борту, помимо all-inclusive и ресторанов, есть много магазинов, развлекательных, платных, увеселительных моментов, где туристы просто сорят деньгами. К
Как вы понимаете, лайнер заполняется публикой международной. И кто-то, например, едет за 10 тысяч долларов на 2 недели, потому что он купил от туристического агентства Лас-Вегаса данный круизный тур. А кто-то едет, как мы, за 200 долларов. В любом случае, идея очень простая. Наш основатель отметил еще давно, когда он только основал эту компанию, что эти лайнеры, когда уплывают в круиз, они заполняются не полностью. То есть есть определенная квота пустых кают. И он сделал очень грамотно, он договорился со всеми владельцами этих лайнеров заполнять каюты нами, то есть представителями клуба InCrisis. Все очень просто и легко. Но нам делают такую мега-мега-мега скидку, друзья, о которой никто мечтать не может. От туристического агентства вы поедете на этом круизном лайнере на 10 дней за 5000 долларов. А от нашего клуба за 300 долларов. Разница, я думаю, есть. Представляете, как классно, например, вы со своей девушкой в романтическое путешествие или в свадебное плывете вот на таком шикарном лайнере, на котором помимо вас еще 5000 человек, туристов, отдыхают. Рестораны, танцы, увеселительные моменты. На некоторых лайнерах, например, выступают известнейшие артисты, цирк дю Солей, акробаты, гимнасты и много-много-много всего. Джакузи, там водные горки. В общем, друзья, это просто город развлечений, который еще и вас провезет по нескольким странам. Это просто, друзья, ну, честно, один раз, если вы не плавали, я вам рекомендую, один раз попробуйте, и потом вы мне скажете спасибо. Вы просто мне скажете спасибо, что я вас познакомил с таким отдыхом. В СНГ еще раз говорю, что данный отдых абсолютно не развит, потому что все думают, что отдыхать на таком лайнере стоит диких денег. Я хочу вас в этом разубедить. Даже первый день вы будете просто ходить по этому лайнеру, везде фотографироваться. Изумительные площадки есть специально для фотографирования. И вы просто увидите, насколько круто. Вот, например, на этом лайнере, смотрите, вот здесь вот можно кататься на водной доске, на серфинге. Вот здесь вот можно на этой площадке играть в гольф. Здесь можно играть в баскетбол. И таких площадок на лайнере много. Это один из самых крупных лайнеров. А, сами понимаете, это круто, друзья. Круизные лайнеры очень безопасные, очень интересные и очень-очень престижные, друзья. Когда вы будете показывать эти фотографии у себя на работе своим коллегам, друзьям, знакомым, но я уверен, вы в их глазах просто ваш статус поднимется, что вы отдыхаете именно так. А, ну, давайте перейдем от, так скажем, восторженных рассказов все-таки к конкретике. Я в этой компании определился. К сожалению, мне предлагали за год эту компанию, мне предлагали очень много хороших людей, лидеров, с которыми я готов идти, с которыми я готов двигаться. Но вы сами понимаете, на трех стульях не усидеть, все равно нужно выбирать. Вот в данный момент я определился, и я хочу извиниться перед теми людьми, которые мне рассказывали об этой компании, тратили на меня свое время, приглашали меня именно в свою команду. Ну, вот честное слово, со всеми бы готов, но выбор есть выбор. Я сам опытный сетевик, я работаю с топами. Выбор нелегкий, выбор непростой, но я выбрал команду, ну, одну из лучших, я считаю, команд, в которой я буду работать, и я буду двигаться с ней. Ну, вот как-то так, друзья. Вот. Давайте уже конкретики больше. Заходим по регистрационной ссылочке. Регистрация, друзья, очень простая. Вот смотрите, друзья, когда вы прошли по регистрационной ссылке, полученной от своего спонсора, вы должны убедиться, вот здесь написано «You've been invited to InCrisis by» и вот имя человека, кто вас пригласил. Вы должны убедиться, что это именно ваш спонсор. Дальше заполняем имя, фамилия, почта, проверка почты, пароль, проверка пароля. Все английскими буквами.
Записывайте, пожалуйста, все обязательно в блокнотик, чтобы не забыть. Выбираем свою страну. Здесь вот выпадающий список, но почему-то ничего не выбирается. Очень странно, конечно. Вот здесь вот. Хотя страна определена верно. Вот. Здесь вот мой телефон. Мужчина. Все, друзья, все заполнили, все проверили. Нажимаем кнопочку «Регистрация». Смотрите, друзья, есть три вида партнерства с клубом. Первое – это член клуба. Это человек, который никого в компанию не приглашает, а просто путешествует. Выгода очень простая. Вы каждый месяц вносите всего лишь $100. Это небольшая сумма $100. 6000 рублей. Я думаю, вы больше тратите в магазине, там на какие-то вещи и так далее. Можно эти вещи просто не покупать, какие-то дорогие ботинки или дорогие джинсы, да, а купить какие-то джинсы подешевле за 500 рублей и кеды какие-нибудь за 200. Важно, друзья, не что у вас там на ногах, какие-то кроссовки Nike, да, а то, что вы гуляете в этих кедах по Испании, Португалии, Франции, Англии, Германии. Давайте на чем-то сэкономим, но купим впечатление, купим классные эмоции. Это самое ценное, друзья, поверьте мне, потом вы это поймете. Особенно это касается молодежи, которые работают с утра до вечера. И я знаю многих людей, которым по 30-40 лет, они еще ни разу, даже в Египте и Турции ни разу не были. Здесь всего лишь за $100 в месяц, вы платите $100 в месяц, компания тут же за свой счет удваивает сумму. Вот 100 внесли в месяц, у вас уже 200. На следующий месяц 100 внесли, у вас уже 200. И уже за эти 400 на третий месяц, здесь уже с третьего месяца вы можете выбрать любой тур. И за 400 вы можете вдвоем, например, с девушкой на 10 дней куда-то сплавать. Это просто, ну, друзья, посчитайте на калькуляторе затраты, да, $400, но это круизных долларов. Вы-то внесли всего 200. За 200-300 своих долларов, то есть это за 20 тысяч рублей, вы реально сплаваете вдвоем. Ну, у вас перелет на самолете, я вас уверяю, будет дороже, чем этот круиз. И поверьте мне на слово, эмоций будет гораздо больше, чем если бы вы просто в Турции, там, я не знаю, в трехзвездочном отеле с грязным бассейном зависли бы на 10 дней. Вот, поверьте мне. Следующий, друзья, это партнер. Партнер – это наоборот. Смотрите, он не путешествует, но он приглашает в компанию. От каждого человека, который по его реферальной ссылке зарегистрировался, он получает деньги. Он партнер, но он не путешественник. Он никаких ежемесячных взносов не делает, он не путешествует, он просто рассказывает об этой компании друзьям, знакомым, и если кто-то по его ссылке заходит и начинает платить, он с этого имеет свою партнерскую комиссию. И, друзья, третий вид – это все вместе. Это и член клуба, который путешествует, то есть он платит $100 в месяц, и партнер, то есть это все вместе – это получается $295, друзья. Первый раз за первый месяц, когда вы платите $295, из этих денег 200 вы платите, ну точнее 195 вы платите за активацию клуба, и 100 уходят вам за первый месяц, они превращаются в 200, это уже ваши деньги, на которые вы поедете в круиз. То есть перейти к оформлению заказа. Платежных систем очень много, друзья. Это и Visa, и Kiwi, и Сбербанк, и множество других. Выбирайте любой удобный себе. Лично я вам рекомендую оплачивать картой. Как вы знаете, любая компания, если даже услуги вам не понравились, но вы оплатили с картой, согласно международному законодательству, вы имеете право сделать чержбэк и вернуть себе сумму. В нашем случае здесь даже это прописано. Все совершенные покупки на нашем сайте имеют возврат денег гарантированно. Эта компания не хайп, не лохотрон и не пирамида. Это реальный бизнес. Вы это поймете, это реальный бизнес. И это возможность и заработать пассивный доход,
и просто классно провести время. Любой ваш вложенный доллар превратится в 2 за счет компании. Поэтому, друзья, смотрите, выбираем член клуба, ставим галочку, а также ставим галочку партнер. Вот, мы поставили 2 галочки. Если вы что-то уберете, видите, сумма 100. Если это уберете, сумма 0. Если вы отметите галочку сюда и галочку сюда, 295. То есть отмечаем 2 галочки. Мы будем и членом клуба, и партнером. И нажимаем «Перейти к оформлению заказа». Выбираем ту систему переводов денежных, которым вы будете оплачивать. В моем случае это карточная система Visa. Здесь вот не важно, что написано. Нажимаем «Я понимаю». Ну и дальше стандартная процедура, друзья. Я сейчас видео поставлю на паузу. У меня, потому что моя карта подтягивается на автомате. Тут уже все мои данные введены в форму. Можно это все ввести вручную. То есть вводим вручную номер кредитной карты, месяц и год, до которого она действует, и CVV-код на обратной стороне карты. Нажимаем Pay, и с нее списываются деньги. Это то же самое, что покупка в интернет-магазине. Я пока ставлю на паузу, чтобы не светить свои данные карты. Ну, в общем-то, все, друзья, платеж прошел, как вы видите. У меня сейчас уже на кошельке 200 круизных долларов. Это значит, что мы сможем с вами через 2 месяца путешествовать куда угодно. Можно кликнуть, друзья, на вкладку «Доступное средство». Здесь все четко прописано. Вы видите, что у нас уже 31 мая. Доступно 200 круизных долларов. Также мы видим эти цифры вот здесь в верхнем углу экрана. Начиная с момента регистрации оплаты, мы можем заходить во вкладочку «Круизы». Круизы, друзья, делятся на глобальные круизы, мои круизы, стимул круизы. Разница в том, что глобальные круизы – это круизы все. Стимул круизы – это эксклюзивные круизы, которые отобраны для вас. Но неважно, в любом случае вы в любой круизы тыкаете. Здесь написано «Мне 18 лет, я прочитал и согласен с соглашением, я не присоединялся, чтобы заказать». Ну, в общем, вот это все подтверждаем и нажимаем «Я соглашаюсь и подтверждаю». И вот, пожалуйста, друзья, вы можете выбирать в личном кабинете любые круизы по эксклюзивно дешевым ценам. Куда угодно. Аляска, Азия, Новая Земля. Ну, друзья, посмотрите и удивитесь тем круизам, которые доступны вам за очень-очень небольшие деньги. Не буду сейчас затягивать ролик и заострять на это внимание. Вы можете выбрать любой круиз в любое место мира. Сейчас главное другое. Мы зарегистрировались, мы оплатили 295 долларов, из которых 200 баксов ушло, грубо говоря, за возможность работать в клубе и приглашать сюда друзей, а 100 ушло в круизные доллары, и они сразу превратились в 200. То есть эти деньги вы уже можете использовать, чтобы куда-то съездить. Это очень круто, друзья. Подробнее о круизном клубе Incruis я вам расскажу в своих следующих видео. Сейчас я зарегистрировался в очень сильную команду. Я буду в эту команду приглашать своих друзей, близких, родственников без опасений, что это хайп, пирамида, какой-то криптовалютный кошелек, какие-то ICO и какие-то непонятные инвестиции. Сюда я буду приглашать своих друзей, близких, знакомых, родственников, партнеров с точным осознанием, что они за свои деньги получат классный продукт, то есть путешествие в любую точку земного шара, куда они захотят. Друзья, летайте самолетами Аэрофлот, ну, в смысле, плавайте, плавайте пароходами Incruis, и у вас все будет хорошо. Даже если случится такая история, как в Титаник, это будет очень романтично, друзья. Но я уверен, не случится, потому что современные лайнеры оборудованы всем необходимым оборудованием. И все будет у вас отлично. С вами был Роман Покровский. Если вы опытный сетевик, приходите в команду. Здесь будет полностью вся поддержка. Общение с вашими партнерами в тройках, презентации, реальное видео не промо, а тех людей, которые были в круизе.
чат для общения, раскрученные соцсети и многое-многое другое. Друзья, если вы не хотите сидеть в своей Рязани, Орле, Белгороде, Воронеже или даже в Москве, а хотите путешествовать по всему миру, побывать на Аляске, в Азии, в Австралии, в Канаде, пройти путем пиратов Карибского моря. Если вы авантюрист, то Карибский бассейн, Средиземноморье, это как Средиземье, может вы еще и толкинист, и Прибалтика, Греческие острова, Гавайи, Мексика, Америка, Бермудские острова. Друзья, эти приключения ждут вас, если вы присоединитесь к круизному клубу InCruises. Всего за $100 в месяц, а это даже для любого жителя СНГ со средней зарплатой приемлемо, вы можете посетить весь мир. Я вам настоятельно рекомендую подключиться к данному проекту, позвонить мне, проконсультироваться со мной, выяснить все моменты и подключиться. И вы будете со своей семьей или со своей девушкой, или просто с друзьями раз в год, а может и два, и три, путешествовать за небольшие деньги по всему миру. Это расширит ваш кругозор, расширит ваше общение, ваше мировоззрение и многое-многое другое, друзья. Поверьте мне, мне 40 лет, я сам в своей жизни был только в Турции и в Египте. Я очень жалею об этом, потому что я сейчас общаюсь с топовыми лидерами нашей компании, которым 25, и они уже 20 стран перевидели. Они настолько богаче меня духовно, морально, ну я не знаю, как это назвать. Это люди, которым 20-25 лет. Они уже побывали по всему миру. А мне 40. Я был в двух странах, кроме России. И честно сказать, я им завидую. Реально хорошей такой белой завистью я им завидую. Но сейчас я наверстаю. Я поставил себе задачу в год посещать 3 страны. Буквально за 3-4 года я их догоню и перегоню. Ну, я человек амбициозный. И я хочу, чтобы вы были такими же. Присоединяйтесь к нашему круизному клубу InCruises. Звоните, пишите, интересуйтесь. И будем общаться и дружить. Вместе сплаваем по всему миру. С вами был Роман Покровский. Всем отличного настроения. Отличных инвестиций, но не в инвест-компании, которые скамятся на ровном месте, а в серьезный MLM-бизнес. Захотите работать в команде и приглашать в эту компанию партнеров и получать пассивный доход, спросите меня как. Все, не буду затягивать ролик. Всем пока. Увидимся, друзья, в круизе. Всем пока-пока.